Сегодня около 9 утра в Ульяновской области произошло ДТП, унесшее жизнь подростка. Авария случилась на трассе между селами Тагай и Преслониха Маинского района. На 175-м километре дороги Саранск-Ульяновск. Предварительным данным, водитель от машины ВАЗ-2111 не справился с управлением, допустил от машины съезд. Привет с последующим прокидыванием. По информации очевидцев в социальных сетях, легковую подрезали. Водитель не смог справиться с транспортным средством. Удар о землю был такой силы, что 11-я превратилась в груду железа. Водитель был доставлен в Маинскую районную больницу с несколькими повреждениями. К сожалению, его пассажирка, 11-летняя девочка, скончалась на месте от полученных травм.